Поздравления принимает Шульц Анатолий Александрович. Любимого мужа, папу и дедушку с днем рождения поздравляют жена Наталья, сыновья Данила, Владислав, дочь Диана, внучка Василиска и все родные. Поздравляем папу с днем рождения! Как же много хочется сказать! Пожелать удачи ему, везения и, конечно, счастья пожелать! Пожелать терпения там, где надо, чтобы сбывались давние мечты, чтоб пришла удача как награда за терпение, волю и труды. И еще желаем мы здоровья и к врачам дорогу забывать, чтобы вместо лекарства и настоек коньячок янтарный принимать. Поздравляем папу с днем рождения, обнимаем сильное плечо. Самый лучший папа, без сомнения, мудрый и любимый горячо. Очень я люблю тебя. Хранит меня.